Здравствуйте! Сегодня на нашем первом занятии я вам расскажу, что можно сделать маме или подруге на день рождения или на любой другой праздник. Нам необходимо нить длиной 160 см, бисер, 2 вида бусин, 2 иглы и, конечно же, наши руки. Набираем 12 бисеринок на одну иглу, а другой входим в первую бисеринку так, чтобы получился крест. Затянув две нити, получим кольцо. На одну иглу набираем 4 бусины темного цвета. И этой же иглой входим в первую бусину, образуя кольцо и подтянув его к основе, на эту же нить набираем одну бисеринку. На другую нить набираем 3 бисеринки. И этой же нитью входим в одну бисеринку на первой игле. Аналогично делаем и на другой нити. То есть на одну иглу набираем 4 бусинки светлого цвета. И этой же иглой входим в первую бусину, образуя кольцо и подтянув его к основе, на эту же нить нанизываем одну бисеринку, а на другую 3. И этой же нитью входим в одну бисеринку на первой игле. Продолжаем делать украшение нужной вам длины. У вас закончилась нить. Что делать? Я расскажу. Отрезаем две нити длиной 120 см и подвязываем их, как показано на картинках. Подвязав нити, мы продолжаем далее делать украшения. Но что делать с теми нитями, которые остались? Мы их заправляем, чтобы они нам не мешали. Заправив нити, мы продолжаем дальше делать украшения. Мы сделали украшение нужной нам длины. И теперь сделаем застежку. На одну нить нанизываем 6 бисерин, на другую 5. И входим в шестую бисеринку, как показано на картинке. Теперь на одну нить нанизываем 50 бисеринок, одну бусинку и одну бисеринку. Пропускаем бисеринку, входим в бусинку и 10 бисеринок. Затем нанизываем бусинку и одну бисеринку. Пропускаем бисеринку, входим в бусинку и 7 бисеринок. И так делаем до конца низки, состоящей из 50 бисеринок. Аналогично делаем и на другой нити. Закрепив и отрезав нити, украшение готово. Это будет приятным подарком для ваших близких и знакомых. Желаю удачи!